Как-то я оказался не готов к такой встрече. Проснулся и увидел. И что же вы увидели? Мечту свою увидел. А кто это? Герой Советского Союза, товарищ Ковров. Начали! Это что, ваше? Наше. Подарок испанского правительства. Вы как? Вы где? Вы что, вы болеете? У вас опять кино! Хитрый ты, Ковров! Вот что ты сделал? Не дал чайке полетать. Вы что, действительно полетел? Молодой драматург, пьесу принесли? Да. Бесполезно. Ее наша советская драматургия не удовлетворяет. Это ужасно. Я люблю ее. И я буду писать для нее. Все, что угодно, чтобы она стала моей. Галина Васильевна, ваш выход. Актриса Коврова – это народное достояние. Очень трудно быть женой известного человека. А еще труднее быть его вдовой. Я лауреат Сталинской премии. А это хорошо. Кирку лауреату! С ним я была счастлива. Но я не он. Как бы ты ни хотела видеть его во мне, я это я.